Университет 1 сентября представил программу «Педагогический марафон», где в течение нескольких дней проходит обучение педагогов современным методом работы в условиях федеральных государственных образовательных стандартов. В Одинцово марафон был проведен в рамках одного дня. На лекции съехались все руководители, старшие воспитатели и педагоги дошкольных учреждений района. Наше дошкольно-образовательное учреждение имеют базу, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам. Но совместно с педагогическим фондом университетом 1 сентября мы организовали этот марафон для того, чтобы показать свои наработки и получить консультацию и поделиться опытом не только своим, но и перенять опыт из других районов и регионов. Для педагогов это возможность не только узнать новые методики и наработки лучших учреждений региона, но и поделиться своим опытом, рассказать о том, как программы в ГОС применяются в детских садах. Было очень интересно услышать опыт коллег города Москва, которые поделились новыми формами работы с детьми с ограниченными возможностями, с детками с особыми развитием и дали новые позитивные направления, стимулы к работе. То есть мы вот сейчас возьмем себе на заметку и будем вводить плавно в практику. Мы очень рады, что сегодня состоялось такое мероприятие. Наш детский сад как раз посещают такие особенные детки. Их с каждым годом становится все больше и больше. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество вот со специалистами, которые сегодня присутствовали. Основная часть марафона была посвящена организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллеги из Москвы показали реальные примеры, как особенные дети взаимодействуют с обычными ребятами и практически на равных участвуют в образовательном процессе. Конечно, хотелось бы внедрять такие формы мини-марафонов по всей Московской области, для того, чтобы коллеги не только могли друг с другом пообщаться на этих мини-марафонах, но и получить какие-то очень ценные знания, скажем, выжимки из опыта тех людей, которые стоят, ну, вот у руля там, педагогики дошкольной. Педагогический марафон прошел впервые. Организаторы считают, что такие встречи должны быть регулярно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».